этим малышам еще предстоит большой школьный путь, и кажется им, что так еще далеко до последнего звонка. В школе номер 20 всего один выпускной класс. Демографическая ситуация начала 90-х сегодня начинает проявлять себя все очевиднее. Поэтому к этому единственному выпускному классу в школе особенно трепетное отношение. Выпуск вот в этой школе у меня третий. Действительно необычный выпуск. Бог любит троицу. Они дались прямо с трудом. Поскольку дети были и талантливые, и спортивные, и вообще во всех отношениях необычные, даже по увлечениям. И с учебой тоже совсем различные. Кто-то на отлично, кто-то еле-еле. Но в 11 классе действительно, наверное, вот накладывает отпечаток такой 11 класс, что уже расслабляться было некогда. То есть взялись. Они меня удивили в мае месяце, да нельзя. У нас 4 человека на одни пятерки закончило. Представляете, то есть могло бы быть 4 золотых медалиста. Но поздно спохватились. Совсем мало троек, совсем мало. То есть четверки, пятерки в основном. И они в конце 11 класса вот раскрылись, ну, необыкновенно во всех отношениях. Ребята весь сценарий задумали и сочинили сами. Методом серьезных репетиций и коллективного упорства они добились главного. Шоу на сцене получилось замечательное, где и юмор отлично сочетается с нравоучением, а прощальные нотки звучат оптимистично. Трудились много как бы было пролито пота, много стараний. Ну, я думаю, получилось нормально, как мы и старались, как мы обещали. Репертуар получился разнообразным. Эти дети действительно талантливы, умны и находчивы. Звучит ли эта песня на французском языке в исполнении Евгении Королева или идет урок математики? Больше всех веселит сценка из урока физкультуры. Здесь срабатывает известный юмористический прием по контрасту большого и маленького. Половина людей, ну, девочки в основном почти, плакали все. Это очень жалко было, что последний день сегодня расстаемся все. Символическая эстафетная палочка от одного поколения выпускников к другим – весомое изобретение. Но такова традиция. Так рождается связь поколений, их прочная связь с родной школой. Привыкли уже настолько к этим стенам, к этим людям, которые нас учат. И отношения уже сложились такие крепкие, взаимные. Очень трудно это все терять. И новую жизнь, новые люди, которые тебя не знают, которым на тебя вообще как-то параллельно. Здесь ты всем нужен, ты всех знаешь. Спасибо учителям вообще. Огромная благодарность, там, не знаю. Без они самые них лучшие. Бы вообще ничего не... Нет, они закончили бы школу, никакой аттестат бы не получили. Все, огромное спасибо только им. И радость последних минут общения, и слезы прощания, и невозможность расстаться, когда уже все ясно. Впереди экзамен, и уже другая, незнакомая, взрослая жизнь. Эльмира Самохина, Алексей Иунов. Новости нашего города.